Пам-пам. Короче, я тут прерывался на, не знаю, 6-7 минут я отсутствовал. Короче, только подошел, сел, мне там сообщение такое выдало, что, короче, меня избили. Я прям в шоке был. Фу, у меня нехорошо. Слушай, дай-ка, блин, подхилюсь. Бинты, давай здоровье, здоровье, здоровье. 52. Хавка, 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 хавка. Что похавать? Голубь. Не, что-нибудь нормальное есть похавать? Какой-то там, я не знаю, сэндвич. Какой-нибудь. Что это? Хлам материал не подойдет. Ну, блин, была же еда, блин. Тут, наверное, объедки. Вот, сытость. Бэх. Что это фан? Это типа спать он хочет, да? Сотри, выиграй. Ну что, выиграл что-нибудь? Ба-ба-ба-ба-бам. Ну, типа, ни хрена не выиграл, да? Ладно, нету времени разбираться. Так, влажные салфетки похавать. Сомнительный напиток. Давай. Напиток еще похавать. Слушай, да здесь проблемы с едой у нас. Давай, короче, пока мы тут окончательно не отъехали. О, ба-ба-ба-бам. Температура. Тут еще температура у нас, блин. Мы замерзаем. Замерзаем 0%. Как согреться? Блин. И это просто я отошел. Надо, короче, выходить, сохраняться и выходить, блин. Все, вот так вот только. И не стоять тут, блин, до ночи. Я бы тут уже столько помоек шикарных обыскал бы. Ну что, давай, бегом, блин. Может, согреешься от этого? Слушай, да мы тут сейчас сдохнем. Надо идти быстро в убежище себе строить, блин, крафтить, я не знаю, одежду. Что-то как-то игра вообще хардкором попахивает. Вот тут что-то у нас, по-моему, тут можно было построиться. Мужик. Тут могу, блин. Да я понял, что сильно проголодался. Открыть. Топливо, да? Доски, материал. Типа он греет тут, да, его или что? Поджечь. О! Пошло тепло. А, и я могу, наверное, тут уснуть, да? Прям. Да, тепло пошло. А сон, а сон. А как я тут посплю? А где я тут посплю? А как спать? Давай мусор тебе скрывать. Блин, короче, если тут только, блин, сходил, чайку заварил, блин. Только подхожу такой, ну, думаю, сейчас включу запись, как поприветствуюсь. Как поприветствуюсь, думаю. Отвали. Рабочий, эй, ты чего? Чувак, тебе сюда нельзя, это частная территория. Сейчас на территории, с каких это пор? Достал уже шляются тут всякие, все, вызываю полицию. Ага, фиг тебе. То есть ты же не полезешь драться, верно? А вот и полезу. Не, нафиг надо. Разумно. К тому же в обезьяннике тепло, может еще и кофе нальют. А, блять, и он прям меня отправил в обезьянник. Я думал, сейчас просто свалю от него, блин. Блин, я доски просрал. Слушай, ну я могу поспать, наверное, полду во сне. Давай, нам как раз поспать надо было. Короче, вот, заварил себе чайку такой. А, тебе тоже рекомендую. Сейчас зима, сейчас холодно, надо греться. Если болеешь, тем более. Чаек с медом, все дела. Так что давай. Чашечку пельменей и... Тарелочку чая себе сделай, и вообще будет все шикарно у тебя. О, так. Типа есть, я тут сейчас такой смотри. Сейчас-то невозможно, слишком холодно. Нифига себе, а у нас тут типа холодно. Что, мужик, блин, спиздел, оказывается.
Подожди, а мы что, болеем еще, получается? Или что это у нас там? Сытость, тело, сухость, болезнь 51. Как справиться? Определенные расходы мы спите в подходящих местах. Некоторые люди могут вас вылечить. Наше добро все отняли! Или когда мы выйдем из обезьянника, блин, нам все дадут? Так, и чё? Ну, использовал. А я не могу спать. А, что это? Это типа недоступно или что? Вас избили. И чё, типа гейм-овер? Все, пиздец, никто меня там не откачает в этом обезьяннике. Что тут, блядь, происходит? Уйти. Ну, поспала там немножко, да. Но... Вы вернули личные вещи. Давай хиляться, блин. Где там здоровье? Электродетали. Блин, хил. Что мне даст, блин, здоровье? Энергию даст. Блин, на здоровье что мне даст? Тепло, настроение, сила воли. Так, а тепло у нас... Ой, блин, а тепло у нас стремительно падает. Материал. О, давай-ка пойдем где-нибудь, найдем себе убежище, сделаем все это, да? Открыть мусор-то, давай, быстро. Бутылка, пойдет. О, пошли опять испытания. Ну давай еще раз. Еще раз. Давай, нормально, чтобы было. И раз. И раз. И два. И три. Пойдет там какой-то журнал. Раз. Что-то там еще нашел. Нету времени рассматривать. Печенье. А что-то, блин, еда так вообще мало дает. Ёлки-моталки. Все, так, мусорка обыскана. Так, похавать. Пакетки. Ну, для взрослых. Болезнь минус 5. Ну, короче, бухло. А нам вообще пиво надо, блин, найти. Помните? Где хавку раздобыть? Остатки мыла. Металлолом. У меня нету времени рассматривать. Недоеденный кебаб. Недоеденный кебаб, но он, блин, он одну единицу дает. Овощи пустые, сойдет. Ну что-то, блин, еда так мало вообще прибавляет. Я какую-нибудь нормальную вообще еду. О, да слушай, это тут уже ларьки есть. Подожди, ларек. Где ларек? Где я тут видел ларек? Где кебабы продают? Ты продаешь кебабы? Не, не продает кебабы. А, здоровья! Здоровья нету! Вот так. Тепло. Что у нас по теплу? Есть еда. Блин, жить хочу. Так. Ты еду продаешь? Табачник, говори. Купить. Что ты продаешь? Да, блин, не хочет меня обслуживать. Типа, от меня воняет, блядь. Вот ты гад. И помыться, наверное, надо. Запах минус 10. Типа, еще давай минус запах. Тепло есть. Так, материал. Слушай, пошел хардкорыч. Все, так, продашь мне там что-нибудь? Говорить, купить. Что продаешь? Настроение. Братан, еду продаешь, блин? Как-то. А сколько стоишь? А мне столько денег нету. Ну ты, блин. Мне бы карту реально раздобыть, блин. И бутылку пива. Все, давай, доски.
вот это быстро лутаю, я там эти не особо сложные я не открываю. Вы умерли. Мы умерли. Воскреснуть. Ну, будет нам опыт, значит. Ниже на 10. Потерянные вещи вы сможете найти у Майснера. Это вот этого, да? Майснер. Зато мы на опыте, слушай. Ты Майснер. Да, Майснер, это он. Бюро находок. Это вот мои вещи, да? А ни хрена себе, я их покупаю у него. Ах ты, нехороший вы человек, блин. Давай одежду мою, что ли. А она мне убыла уже. Нафига я ее выкупил? Ладно, 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 ладно. Надо идти шариться. Так, нет, подожди, какой? Надо строиться, блять, а не шариться. Так, тут ни хрена нету. Слушай, а где-то здесь же был верстак. Не, подожди. А его тут нету. Где мне тут кибитку можно свою кинуть? Просто, чтобы я просто имел бы место распродировать свое добро. Как, блин, строится? Вы промокли. Ну, я понял, что я промок, блядь. Ну, типа, сказал там самому, типа, вот тебе яма, можешь строиться, блин. Ну, я видел только место, где оно. По-моему, где-то вот тут вот было. Ладно, погнали в то место, там построю базу. Там я точно знаю, что я могу построиться. И вот от этого места я уже буду вот так вот ходить, плясать уже. И нафиг этот майсник, блин, это добра там еще себе найду в этих помойках. О! Хорош чаёк, да? С медиком. Все как положено. Палатка. Что за палатка? А, тут тоже бомжи какие-то живут. Ну, мало ли какая палатка, знаешь. Взял себе там списку, кинул, потом живешь все спокойно. Так, па-па-па-бам. Нам, по-моему, вот так я как-то тогда в первой серии шел. Такой сюда-сюда, такой хуяк-хуяк. И где-то чуть дальше, по-моему, можно было. Как-то, по-моему, вниз сюда. Да, и там, короче, за улочек слева. Так, мент. По-моему, где-то тут. Вот, чуть-чуть налево туда. Запыхался наш бомжик. Вот здесь вот, да? Так. Показать список предметов. Конструкции, используемые. Вот, подожди, давай верстак. Использовать. Для баз. Так, для дома. Бам-бам-бам-бам-бам. Одежда, гвозди, веревки и это. Да? Одежда, гвозди, веревки и бревна, доски. Ну давай, я не знаю, блять. Вот помойки давай шариться. Уже нас никто опять в обезьянник не отправит за это. Да ёб. А чё будет, если я так все отмычки проебу? Мне по каким помойкам шариться? Вот тут опять начинается. Градус сюда, блин. Тут злом, прямо я тебе скажу, такой непростой. Вот какие-то элитные помойки, что ли? Ладно, не хочу. Дай мне просто обычную, блин, помойку, которую... Который я могу просто обыскать, он газетку взял, нашел. Недопитый виски, о, уже добро. Слушай, а я, наверное, смогу этому, блин, продавать бомжу своему. Подъезд, я могу типа в подъезде погреться.
Да, слышь, я, наверное, могу в подъезде погреться. Смельчак. Греть среднее. Ну, жильцы ходят. Так, ну-ка, ну-ка, пока никто не видит. Здесь нас никто не спалит. Ну, тут отмычки, конечно же. Сказать, что неживучие, это ничего не сказать. Не-не-не-не-не, да я тут так погреться, мужик, не обращай внимания. Я пошел? Да отвали ты уже. Отвали, мужик, по-хорошему. Мужик, блять. Мужик, ну, ну иди ты, проваливай, да я хочу провалить, блин, но ты мне не даешь. Все, мелочи не найдется. А вот и полезу. Водите полиция. Удар. Ну чё не поделаешь? Ну это нас сейчас отпиздит. Давай, пофиг, сдается. Ну давай, еще посплю немного. А он не хочет спать, все. 80 секунд. Давай, облегчиться. Не хочет облегчаться. О, 70 секунд еще. Все наши шмотки забрали. Давай проверим наше состояние. 25 здоровья, 77 еды. Ушивый мишка. Так, мне нужно... Вот. Короче, я тут могу посмотреть, что там собирать. Одежда, гвозди, веревки. А что-нибудь попроще? Презентовая крыша. 2 на 2. Вот 2 на 1. Вот самое простое. 10. И вот хлипкая крыша. Наверное, хлипкая крыша это вот самое-самое-самое основное. А что она дает? Плюс 0,2 это вот хранилище, да? Железная стена. Домашний бар. А кто? Что? Кто меня, блин, избил? Давай поднимайся, блин, бомжара. Все, хорошо, уйти, все, отсидел свое. Так, ищем мусорки, копаемся в мусорках. Берем виски, виски нас согреет. Еда у нас есть, у нас КПшки мало. Вот опять элитные напитки всякие там нахожу. Обитель помоек не подойдет. Ну давай, вот, наш вот это вот. Это мусорные баки. Вот пиццу нашел. Тут колбасы пойдет. Бычок. И потом пойдем продавать хлам, короче. Вот всякое, что не надо. Там бухло, там может какое, там вот это вот. Все, пошли продавать хлам. Все, мы тут недалеко. От нашего первого места. Вот там вот оно. Смотрим по сторонам. Никого нет. Давай еще быстро обыщу. Давай, вот это вот тоже все на продажу идет. Так. Надо у него медицины, короче, найти у того бомжа. Все, давай, погнали. Медицину нужна, а то сейчас сдохнем реально опять. Еще можно, короче, у людей попрошайничать. Типа, пока у нас там... Опять. По ком звонят колокола, да? Мужик!
купи у меня чего-нибудь. Честь. Говорить. Обмен. А ты вообще что-нибудь продавать нечего. Блин, ну не. Подожди, а что там ты продаешь? Два доходок. Что-нибудь медицинское, изолента, не подойдет, не надо. Давай посмотрим, может, сам там пойти. О, у меня есть здоровье. Вот так. Настроение поднять немного. Ну что, живем, пацаны, блин. Согреемся алкашкой, да? Все, дальше иду шариться по помойкам. Как я там шел? Мне нужны только баки с элитным содержанием. Так. Вот тут мусорки такие нормальные стоят. Так, тут у нас какая-то территория какого-то элитного бомжа. Давай, открывай. О, сразу хлам нашел. Давай, оба, не попал. Давай еще раз. Раз. Прикольная бутылка нашел. Слушай, а если пивас найдем, то мы даже по квесту дальше продвинемся. Короче, тут по квесту надо идти вот так вот. Понял, короче, равномерно. Ты сразу все не пройдешь. Шайся по мусоркам. Базу, короче, себе строй. И после этого только, короче, проходи дальше квесты. Изолента, металлолом, пока, короче, собираю все. О, вот эти вот тряпки мне нужны были. Пицца, мышки. Блин, а кому я добро могу продать? Доски, вот это вот все мне надо было, да? Угу. Еще большая мусорка. Электродетали. Не надо. Вот это полистирол. Вот это забираю, вот это забираю. Давай. И раз. Не получилось. И два получилось. У нас есть одежда. Получше, чем у нас, которая надета. Давай, быстро не смотримся. Хлам. Пойдет. Вот это бумажка. Интересная бумажка. Не думаю, что на ней что-то написано. Так. Мы там одежду находили, да? Так, холод плюс 2, да? Она получше, да, слушай. Что, давай здесь поищем. И раз, не получилось. И раз, получилось. Кафе. Шел кофе. О, еще ткань. Еще бутылки. Газеты нашел. Так. База. Липкая крыша. Так, мне не хватает еще. Да так не знаю, что мне не хватает. Слушай, эту базу я не знаю сейчас, сколько буду строить еще. Мне тут еще столько помоек надо обыскать, получается. Недопитая кола. Пойдет. Пицца. Давай, пиццу. Проверить. Проверено. Пусто. Слушай, а можно я чуть потише его сделаю? Музыку вот эту вот. Вот так давай. Хорошо? Это что-то музыка как раз слишком громко там разыгралась совсем. Ба-ба-ба-ба-ба-бам. Не хочет. Не хочу с тобой разговаривать. Ты грязный бомж. Бам, жара я. Нехороший я человек. Давай, окурок. Вот это какой-то бесполезный хлам. Наш хлам всегда найдет применение. Ну, кстати, подожди, я же его собираю, да?
Значит, он наверняка что-то дает. Подожди, а у нас температура опять, что ли? Да мы замерзаем. Тепло, настроение. Давай вот так. Сомнительная выпивка. Пофиг. Кофе. Кстати, кофе почему-то, наверное, холодное, поэтому не дает тепло. А просто выпивки мы не нашли, да? Ну что могу сказать, мерзни тогда. Да. Бычок. Бутылка. Лам. Па-па-па-пам. Копание помойках 3. Ну слушай, качаемся, качаемся. Может когда-нибудь и пивас найду. Когда я тут не знаю, что мне делать, когда голод. Это помирать от голода получается. Давай, раз не получилось. Раз не получилось. Давай еще разок. И раз. Вас избили, блядь. Давай, поднимайся. Давай, вставай, 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 давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Здоровье. А из-за чего? Из-за... Нет, не еды. Из-за температуры, блин. А где тут погреться бы? Добавить доски. Они мне так дороги были. Поджечь. Давай, грейся. Давай, хавай что-нибудь. А чё хавать есть? Объедки, ну давай, объедки. Объедки роскошные. Энергия пока есть, все есть, можно пополнять просто там вот так. Запах. Это вот наш запах, да? Или что это? Почему оно? Так, что с теплом? Где у нас тепло показывается? Давай, здоровье, может, поправлю. Я подожди, бесполезный хлам. Что мне он дает? Он мне ничего не дает. Ой-ой-ой. Болезнь, естественно, нужда, запах. Отравление, болезнь, лечение. Блин, ну мне надо дальше. Я не знаю, что мне с температурой. 90 температура. А он все, он уже, короче, оно все сгорело, ты понял? Все, давай, раз. Блин, отлично, это здоровье мне прибавит. Всё, дальше, дальше. Помойте, да помойте, короче. Давай что-нибудь полезное найди. Пожалуйста. Подайте нищему на попитание. И дайте на печенье пойдет. Еще печенье. Там вокзал, что ли? Опять у меня там что-то здоровье. Ай-яй-яй, проверить, проверено, все закрыто. Это опять здоровье у него, слушай, мы опять помираем. Вот так, о чем дело, температура нормально. Он просто умирает. У него температура, ну, 90%, блядь. Чё ты умираешь, блин? Милые овощи. Вот как жить, блин? Вот это надо. Сытость. Вот это давай, вот это.
Пицца. Короче, вот эту мусорку обыщу. И попробую опять сходить продать, я не знаю, куда-нибудь. А, может, там бинта больше не находили, не? Давай, тепло и настроение, давай, вот так вот. Ну да, лазер не по помойкам здоровья не прибавляет. О, он плюс инвентарь дает. У нас 27 кг, короче, можем нести, грубо говоря, так, да? Здоровье 3%. Надо что-то думать со здоровьем, потому что это не дело. Услуги. Разное. Паб, торговый центр, торговец. Ну, тут у нас торговца нет. Тут типа можешь хижину сделать, а там какой-то палаточный городок, да? Хижина. Мы даже торговцев не знаем пока. Он, короче, с бичами идти разговаривать, да? Ну ты понял, да, что произошло? О! Давай воскресну. Короче, все, давай, сохранить и выйти. Вот, попробуем. В новой серии, в новый раз, как говорится. Оставляйте ваши комментарии, подсказки, потому что я тут не знаю, я в эту игру первый раз играю. Что-то пока сложновато кажется, но интересно. Надеюсь, вам тоже. Так что, ребята, жду ваши комментарии. Лайки, подписки тоже жду. Все, всем пока.